Празднование образования надзорного ведомства начали традиционно с гимнов Российской Федерации и Республики Тыва. Поздравительную речь зачитал прокурор Тувы Сергей Дябкин, после чего от имени генерального прокурора России Игоря Краснова были отмечены некоторые сотрудники регионального ведомства. Буянбады Нурзату прокурору Барунхемчикского района республики, старшему советнику юстиции, вручили знак отличия за верность закону третьей степени. В органах прокуратуры он проработал 15 лет, за которые прошел все ступени надзорной работы. Ну, выбрал данную профессию. Со школы определился после 9 класса, чтобы смотрю. В прокуратуре обширная задача, и считаю, что из всех из юридических направлений, считаю, самое обширное и которое реально защищает права граждан. Глава Тувы Владислав Ховулык также поздравил прокуроров республики и отметил некоторых благодарностью. Мергену Ондару, ветерану прокуратуры Республики Тыва, старшему советнику юстиции, Владислав Ховулык присвоил почетное звание заслуженного юриста Республики Тыва за услуги в укреплении законности, защиту прав и интересов граждан и многолетнюю безупречную службу в органах прокуратуры. Председатель Верховного Хурала Республики Канол-Дава также присоединился к поздравлениям и отметил сотрудников надзорного ведомства республики. Напомним, что 12 января 2023 года надзорной деятельности прокуратуры России исполнился 301 год. Алдын Казбуян, Буян Уюн, Айдана Сенденма, Тува 24.